Arkadaş buralı daha çok şimdi olmuyor. Üç şeyh bura koyuram, onun biri şehir düşüp, onları da özünü zehirliyor. Sempozyumu düzenleyen kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Благодарю организаторов данного симпозиума. Все организовано на высоком уровне. Я рад быть здесь. Это место захоронения наших шахидов. Оно является демонстрацией братства азербайджанцев и турков. Это самые важные нити, которые нас связывают. О них следует всегда помнить и рассказывать каждому. Думаю, стоит организовать сюда экскурсии, туры из Турции и регионов Азербайджана, чтобы было понимание всего и крепкая дружба Турции и Азербайджана была вечной. Нам надо встречаться в подобной форме. Благодарю. Мухкем достлугу даим калсын. Görüşlerim bu şekilde. Çok teşekkür ederim. На этом захоронении покоятся и дорогие для нас шахиды. В освобождении Баку было два направления войск. Со стороны Шамахи двигалась Кавказская исламская армия во главе с Мурсалпашой. Второе войско шло с юга через Волчьи ворота во главе с выдающимся азербайджанским военным деятелем Габибеком Салимовым. Баку таким образом был освобожден совместно частями Национальной армии Азербайджана и Кавказской исламской армии. В этом также активно участвовало и население Баку, принимали участие добровольцы. В боях пали около 13 тысяч шахидов. И сегодня, в этот священный день, мы гордимся тем, что в освобождении Баку азербайджанский народ сыграл большую роль.